Добрый день, меня зовут Павел Ермиев, город Новая Сухока. Как мы уже поняли, у нас уже теперь есть гражданская платформа. Мы уже начали регистрацию основных проблем. И одна из основных проблем на сегодняшний день, которая, думаю, конкретно присутствует в каждом городе, но в данном случае в Новой Сухоке, это отсутствие реального понимания важности предпринимательского сообщества для того, чтобы город развивался. К сожалению, отсутствие, скажем так, новых лиц, отсутствие, скажем, людей компетентных приводит к тому, что большая часть, скажем так, чиновников, они относятся к предпринимателям чисто потребительски, по принципу дойной коровы. Первое, что мы делаем, мы определяем индикаторы и критерии согласно, скажем так, европейских стандартов, что касается, скажем так, развития предпринимательства. После того, как мы определили эти, образно говоря, сегодняшняя ситуация на рынке предпринимательства в городе, вторым шагом мы хотели бы, скажем так, понять, что сегодня происходит с этой ситуацией. То есть, имея понятие, что было там 20 лет назад, 10 лет назад и сегодня, мы понимаем, улучшается, ухудшается или остается на месте. Почему это важно? Потому что от количества, скажем, этого сообщества и от того, насколько оно органично развивается или убывает, насколько, скажем так, приходят деньги в город или уходят деньги из города, зависит, этот город развивается, будет ли он точкой роста или он становится точкой, скажем, угасания. Это очень важно как для разных позиций, но для предпринимательства имеет ключевое значение для города. Третье, создаем платформу. То есть у нас же есть, но мы на этой платформе создаем как бы место, где мы можем объединить, скажем, провести слушания. То есть очень важно понять мнение, почему власть так себя ведет, какое мнение имеет сама по себе громада, потому что как бы, ну, очень часто те люди, кто, скажем так, живут за счет предпринимателей, они считают, что это все, у них еще совковое понятие, они считают, что это все государственное где-то в какой-то мере, или это им власть дает. А когда они поймут, что это все, скажем так, не власть, ну, то есть самый простой момент, если завтра все предприниматели в городе не выйдут на работу, только тогда все поймут, насколько, мягко говоря, это важно для жизнедеятельности города. То есть мы получаем, скажем, фидбэк от власти, от граждан, от того, главное создать ощущение и понимание того, что это значит. И что мы хотим? Мы хотим, чтобы это развивалось, или мы хотим, чтобы город умирал. И последнее, это принятие определенной хартии, то есть как бы какого-то меморандума между представителями общественности, между представителями бизнеса и между представителями власти, как раз для того, чтобы в дальнейшем создать определенные предпосылки. Без этого, ну, мне кажется, работы не будет. Спасибо.